Сахарный ключ. Водитель КамАЗа сбил пешехода насмерть. Поздно ночью в районе Сахарного ключа водитель КамАЗа сбил пешехода насмерть. По словам полицейских, мужчина проживает неподалеку. И, судя по показаниям очевидцев и водителя КамАЗа, в момент ДТП он не переходил дорогу, а просто стоял посреди полосы. Как ехал, он стоит спиной на трассе. То есть он, получается, прямо на полосе находился? Да. Не шел, не падал? Стоял. Раскинул руки? Нет, просто стоял. А мужчина... Просто стоял спиной. Попытались как-то затормозить? Ну, конечно, тормозил. Скорость какая была у вас? Ну, километров, может, 70. Увидеть пешехода при таких погодных условиях было крайне сложно, и к тому же на данном участке трассы полностью отсутствовало освещение. Сейчас на месте ДТП работает оперативная группа, которая выясняет все подробности данного происшествия. В пользу водителя КамАЗа и неосвещенность трассы, и плохие погодные условия, и человек, который, судя по всему, твердо решил погибнуть. По данному факту ведется разбирательство.